Вторым отделом по расследованию особо важного дела регионального следственного комитета по материалам, предоставленным областным УФСБ России, расследуются два уголовных дела коррупционной направленности в отношении лица, являющегося председателем одной из региональных коллегий адвокатов, обвиняемого в даче взятки в крупном размере должностному лицу одного из тверских высших учебных заведений и в отношении взяткополучателя должностного лица учебного заведения. Проведены обыски по местам жительства и работы как взяткодателя, так и взяткополучателя, в ходе которых обнаружены изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе электронные носители информации, являющиеся средствами совершения преступления, а также сохранившие на себе следы преступления, денежные средства взяткополучателя с целью наложения на них ареста для возможности обеспечения приговора суда в части взыскания штрафа, раскрытие данных преступлений коррупционной направленности, сбор доказательственной базы осуществлено благодаря эффективному взаимодействию следователя Следственного комитета и сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Тверской области. Проведены обыски по месту жительства и работы как взяткодателя, так и взяткополучателя, в ходе которых обнаружены изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе электронные носители информации, являющиеся средствами совершения преступления, а также сохранившие на себе следы преступления денежные средства взяткополучателя с целью наложения на них ареста для возможности обеспечения приговора суда в части взыскания штрафа. Следователям Следственного комитета допрошены представители высшего учебного заведения. Раскрытие данных преступлений коррупционной направленности и сбор доказательственной базы осуществлено благодаря эффективному взаимодействию следователей областного следственного управления Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Тверской области. Расследование уголовного дела продолжается. У ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотических средств в целях сбыта на территории Верхневолжья и Московской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке подразделений Росгвардии в августе 2021 года по подозрению в изготовлении и хранении мефедрона задержано двое жителей Тверской области 94 года рождения. 21 сентября задержан житель Москвы 95 года рождения, подозреваемый в организации производства наркотических средств. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом Г части 4 статьи 228 «Незаконное производство наркотических средств в крупном размере». Из незаконного оборота изъято 220 граммов наркотического средства «Мефедрон», около 20 литров прекурсоров и химических реактивов для его производства, а также лабораторное оборудование. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к функционированию лаборатории, продолжается.